Обморок не упали, вояки. Да не упадем. Да мы еще тебя переживем. Как вас сюда занесло? Серьезно, вам нравится? Очень даже просто. Зная, что здесь делается, мы пришли сюда сегодня проповедовать Евангелие твари, всей твари. Что Христос умер за грехи людей. Сразу сгинули. Добрый день. Здорово, дед. О, молодец, молодец, я выжил. Мы принесли сюда Слово Божие, чтобы люди имели страх перед Богом и не делали то, что здесь делают. Ага. Молодец. Мы принесли самую великую радость, какая есть на земле. Что грешнику пришла амнистия, что за грехи людей Христос умер и воскрес, и всех зовет к покаянию, чтобы начали жить для Бога. Правильно. Вот так, аксакал, да? А это благодать перерождает человека. Когда человек становится на колени, незримо кровь Христа омывает его. Он умер за нас. И тогда человек не может грешить. Ты умеешь, да, читать? Так, что? Ты умеешь читать, да? Считать? Да. Ну, как же не умею это? Конечно, умею. Намаз тоже будешь, да, читать, да? Ну, как, я по-русски же, это написано по-русски, это перевод синодальный 1876 года. Вот так. Ты одно живешь, да? Да такое отношение имеет к тому, что я пришел. Мы врачи. Принесли лекарства больным. Больным блудом, руганью, сквернословием, табакокурением. Да, понимаю. Сколько лет? Что? Сколько лет? Сколько лет? 81-й. Нормально. Нормально. Мы строим православную деревню отдельно. Получили статус. 15 максимум. Деревню православную построим, где нельзя курить, пить, материться, воровать и лгать. И у нас этого нету. У нас нет разводов и нет абортов. Да. Давай, удачи, дед. А вы что, у вас дома-то есть Библия, нет? Есть. Есть. А вы можете показать? Ну, дома там, я же... Она говорит, у бабушки за стенкой. Нет, потом так и видно. Ну, во славу Божию, ищите, пока возможность есть. Без Христа никто не спасется. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым он надлежало нам спасти. Деяния апостолов 4.12. Хорошо. Все, с Богом. Показываем людям великий кодекс великого Бога. По какой книге будет судимы все люди на земле. Ну вот, если честно, я не знаю, о чем ты говоришь. Ну, прости, конечно. Совсем не поняли, да. А вы слышали, что Христос на землю приходил, умер, распятый был на кресте? Да, слышал. Ну, он воскрес. Послезавтра день воскресения будет, в честь воскресения. Тут что знать-то? Каждую неделю повторяется один день, напоминающий о его воскресении из мертвых. День-то воскресения. Почему он так называется? Ну да. Ну, Наполеон воскрес? Нет. Пушкин не воскрес, а Христос воскрес. Он живой. И вознесся на небе Вознесение, фамилии Вознесенские. И мы пришли, принесли эту благую вещь, что за наши грехи Христос умер и воскрес. И зовет всех к покаянию, чтобы начали новую жизнь во Христе. А вы в Бога верите, да? Если бы я не верил, зачем бы я сюда пришел? Мы верим, что суд Божий будет, о чем писал Михаил Юрьевич Лермонтов на смерть поэта Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Ясно.
Вы можете зайти на наш ресурс. У нас большой канал, называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Откройте вот. Посмотрим. «Во свете Библии». Такого нету нигде больше канала, как наш. Там ответ на тысячи вопросов. Да нет, спасибо. У нас 17 800 роликов. Офигеть. А вот вы зайдите, посмотрите. У вас посещаемость 44 миллиона. Хорошо. Воскрес из мертвых. Смерть не могла его удержать. Можно вопрос? Вот вы верите в Бога, да? Конечно. Они верят, зачем и жить. А подождите, то есть вы живете для чего? Чтобы попасть в рай, да? Знаете, Лев Толстой говорит, когда мне доказали, что Бога нет, 2 года от меня прятали веревки и шнурки, чтобы я не повесился. А зачем жить? Ну, Бога нет, ничего больше нету. Живите для себя, зачем для кого-то Да не жить? Можете вы для себя жить. Вас окружают беды, можете? Скорби, неурядицы, враги, болезни. Кто? У меня все друзья. Да? Вы просто легкомысленный такой, ветреный мужчина. Да, ветреный. Почему? Знаете, не кто-то, а люди, которые с мировым именем и говорит, у меня только 1,5 дня было счастливых за всю жизнь, 1,5 дня. А вы каждый день счастливы. Да, вы... да, потому что я ни от кого не зависим. Вы от природы зависимые, от того, что нет, мы смертные. Нет. Каждый день ближе к смерти идем, независимые. Это только вы может все, обкуренный все, это наркоман может это говорить, пьяный говорить. Я радуюсь каждому дню. Ну, радоваться можно. Я никогда не вываю грустно. Есть такая мошкара, однодневка, она вылупляется и за один день должна совокупиться, отожить яйца и умереть. Однодневка, они быстро летают. И тоже она радуется, один день ей дан. А наша жизнь... Я радуюсь уже на протяжении 20 лет, изо дня в день. Смысла жизни-то никакого нет, если Бога нету. Есть, я живу для себя, в свое удовольствие. Сегодня я сходил... Ну, это эгоист, если только для себя живешь. Ты ни горя не видишь, не видишь, что в стране делается... А зачем? Зачем? Если я живу для себя, зачем мне видеть что-то другое, если я для себя Действительно живу? Так. Живи кошачьей жизнью, говорит. Где кошка почему попалась? Почему кошачья? Да почему? Я не живу ни для кого. Вам сколько лет? 20. А мне 81. И у меня дня не было, чтобы я жил для себя. Потому что вы живете для человека, которого... Да. Мы строим православную деревню, единственную в стране. Нельзя пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Без помощи государства. В этом же есть столько плюсов. Одно расслабляет, другое расслабляет. Да вы нет, понимаете, это радость. Радость, когда душа возрождается. Вот я, допустим, по милости Божией создал детский лагерь. И 48 лет занимаюсь чужими детьми, нигде за это не получают. 1000 детей подняли. Зачем? Новое поколение. Какая радость встречать. Они как родного отца встречают везде. А вы живете... Хорошо, но просто... Вы потратили свою жизнь для других людей. Понимаете, в этом и радость. Чернышевский говорит так. Николай об этом говорит, что чем большему числу людей ты приносишь радость, тем выше твоя радость. Чернышевский. Ну, и при этом вы говорите, что вы были рады всего 1,5 дня. Ну да. Если ты для себя живешь, ты не нужен на земле. Это ты нарушаешь главную заповедь. Люби ближнего, как самого себя. Ну, и что нарушил, а что будет с мной? А как? Как? А друзья какие? Что выпивать вместе? Больше ничего и нету. Объединяет какая-то большая идея, что-то конкретно делаете. Работа. Я живу для себя. Люди вообще забыли, зачем они живут. Наше тело Бог называет храмом Божьим. Приду, вселюсь в них. И храм этот никто не имеет права накалывать, красить. Это храм Божий. Мы должны его беречь таким, каким Бог дал. А это, что люди делают, они не знают, что делают. Вот возьмите, Иоанн Златоуст жил в 4 веке. И спрашивает, зачем женщина красилась? Он говорит, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. А Ефрем Сирин говорит так, женщина красит губы для того, чтобы завлечь чужого самца. Как раз рулетка тут и нужна. Вы берегите себя. А так можно все химией, и волосы, и губы, и спину покрасить. Для Бога надо жить, радоваться. Такая коротенькая жизнь для Бога. Вот на наши ресурсы зайдите, посмотрите, какие у нас девушки, какие женщины, какие ребята.
Вы таких нигде не видели. Вот зарядите просто себе. В YouTube зайдите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И вы увидите. У нас огромные ресурсы. Чего нет? Одно название. Умеешь читать? Откуда ты знаешь, что у нас есть? Ну, я не знаю про вас. Я знаю, сейчас только молодежь какая встречаешь, что они матерками кроют. Настоящие мусульмане вам бы голову сняли с плеч. Я сейчас начинаю... Позорное племя выросло какое. Бога не знаете. Блудите. Ты слышал, что я сказал? Слушай, ты молод еще, чтобы что-то говорить. Ищи Бога, пока не поздно. Я на вас матерился. Ты эту книгу держал в руках хоть раз? Держал. Скажи, в 5 суре, 47 и 66 аят, о чем говорится? О том. О чем? Все, сгинь, чтобы возместить великую радость, что Иисус умер за нас и воскрес, чтобы люди покаялись и жили для Бога. Дедушка, а ты откуда? Из кухни. Нет, я понял. Нет, а с города, с деревни там? Я не из города, не с деревни, а в городе. Вы спрашиваете неправильно. Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Достаточно? Ты с Алтая? У меня дед с Алтая. Ну вот. Нормально. У вас эта книга в доме есть, нет? Ну, у меня нету, у деда, наверное, дедушка. У деда за стенкой, но дед спит, как правило, так отвечает, бабушка спит. Врут, брехуны, ни у кого нету. За 1000 человек, говорит, только один показал Библию, девчонка одна. А остальное хохочет. Ложь не считают за грех, а всякая ложь от дьявола. Нет, так я сразу сказал, у меня нету, как бы, у дедушки-то по-любому. Ну, у деда там есть это. Ну, ладно, не о вас речь идет. Дело в том, что надо иметь. Главная книга мира. Не, ну, кто как верует, понимаешь, дед? Не как верует, а как спасительно верует. А верить люди верят и в Сталина, и в Ленина, и в Гитлера. Тут мало ли что. В Перуна верят, в разных идолов. Верить надо в Спасителя. Христос умер за нас. Вы зачем дымом себя давите-то? А это электронная сигарета. Да я знаю, что все это, знаю. Не надо это делать. Это все наркотик. Да, я знаю, да, что люди от нее умирают. Верующий свободен от этой беды. Делающий грех есть раб греха. Наше тело – храм Божий. Если человек курит, 12 лет жизни отнято. Чего еще раз, если он курит? Если человек курит табак, он живет на 12 лет меньше, чем положено ему. А, ну это я знаю, да. И поэтому... Он все равно помирает, понимаешь? А поэтому 10 последних лет туберкулезом харкает. А если на свай курит – рак щеки. Если табак нюхает – рак носовой носоглотки. Это понятно, что. И поэтому бросить не могу, почему делающий грех, это раб греха, написано в Евангелии. Сын освободит вас, свободны будете. Притом Христос освобождает... А я уже дед грешен, поэтому. Христос освобождает сразу от всех грехов. Сразу. Новая жизнь начинается. Я вот 23 года пришел через Евангелие. И 57 лет нигде Господь не позволил поколебаться. Заплатить большую цену за это. Мне пришлось 5 тюрем пройти за Слово Божие. Лагерь. Понятно. Вот если у вас есть желание, ну, встретиться, узнать больше, вы только запишите два слова, запомните. Игнатий Лапкин, это я. И по скайпу меня сразу найдете. И я скину вам наши ресурсы, огромные ресурсы. Вот здесь у меня канал в Ютубе. Там 17 800 роликов наших. Тысяч. Как мы деревню православную с нуля строим. Да, немало, немало. Вам будет интересно, вот запишите Игнатий Лапкин. Тогда вы меня найдете в скайпе. По скайпу. Игнатий Лапкин. Это я. Лапкин. Я понял. Вы запишите, что не случайно наша встреча. Да я помню, я же молодой дед. Вы забудете, потом завертитесь. И будьте, я что-то хотел спросить. Запишите, не пожалеете. Хорошо. Игнатий Лапкин. Угу. По скайпу. Рядом слово скайп. А вот если подумаете зайти в наш YouTube, надо написать будет канал «Во свете Библии Игнатий Лапкин». И вы сразу зайдете. Может, какие-то вопросы у вас есть? Да особо нет, дед.
А вы знаете, почему вопросов нету? Один вариант, что все знаете, а второе, ничего не знаете, даже вопрос задать не можете. Поэтому у меня студентам... Я думаю, скорее всего, второй. Да. Это я студентам, я в 5 университетах вел занятия, и поэтому студенты так, вопросов нет, а другие все время за вопросы задают и продвигаются вперед. Ну да, это я согласен. Да. Место это для разврата создано, это рулетка. И люди ничего не могут сделать, вылезти отсюда. Да, тут анонисты, ё-моё, всякие. Да, всякие мерзости. Да, как бы сюда заходишь так чисто пообщаться вечерком иногда. А пообщаться одно, чтобы согласились на блуд, и бабы такие же там сиськами трясут и показывают органы свои, да, безобразие, да, да, ужасное. Я уже столько тут перевидал, ё-моё. Я тоже здесь уже почти больше 4 месяцев. Мы несем это слово. И начинают пить. Вот все время пьют и пьют. Я говорю, у меня пара часов было. За 18 лет в университете я не позволил стакан воды поставить на кафедру. Зачем? Я человек. И хлюпает, пьют. Почему? Блудный огонь хотите погасить. А за это огонь гиенский. Туда хочешь, чтобы погасили? Успевать напиться, где в капле нет воды? Я духовно должен рассуждать. Что такое? Сидит все время, пьют и пьют и пьют. Нигде этого нету, ни в Ютубе, нигде. Множество роликов смотришь, миллиарды, наверное, роликов. И нигде не сидят, не пьют, только в рулетке. Ну да, да. Но тут Ванька, я... Дед, побежал я. Всего хорошего, бегите, с Богом.